DonorSearch – это уникальная социальная сеть. Уже более 5 лет она помогает людям, нуждающимся в донорской крови. Система работает очень просто. Желающий пожертвовать свою кровь регистрируется на сайте и создает анкету. А нуждающиеся в ней оставляют на сервисе запрос, и автоматическая рассылка передает информацию всем зарегистрированным участникам. Идея принадлежит выпускнику Химического института Казанского университета. Руслан Шакуров впервые сдал кровь, еще будучи первокурсником, и уже тогда знал, что социальные сети – мощная сила, которую можно использовать в благих целях. Сейчас уже зарегистрировано более 40 000 людей, которые сдавали, которые когда-нибудь будут сдавать. Чтобы эти люди объединились на единой площадке и продумать интересные мотивации, что будет стимулировать людей сдавать кровь регулярно, осознанно, безвозмездно. Сервис помог уже более 7 000 людям. Всего же в России каждый год в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Для повышения эффективности проекта Руслан и его команда планируют расширять сеть по всей России и сделать представительство в каждом городе. Соответственно, на потоке поставится понимание, что в каждом городе будет какое-то такое сообщество, в том числе студенческое, где будут рассказывать о важности донорства. Будем выходить на такой момент, где люди просто будут знать, что донорство – это важно, и каждый, кто для себя решит, что готов быть донором, просто будет этим донором становиться. Диана Авакян, Универньюз.